Республика – один из лидеров по привлечению инвестиций в основной капитал. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера, руководитель администрации главы правительства Якутии Юрий Куприянов. По этому показателю за последние 6 лет в республике наблюдается постоянный рост. В 2015 году объем инвестиций составил 199 миллиардов рублей. По сравнению с 2006 годом он увеличился в 3,5 раза. Введен в эксплуатацию первый этап нефтепроводной системы в СТО, «Газпром» начал формирование Якутского центра газодобычи на базе Чаендинского месторождения, строится магистральный газопровод «Сила Сибири», отметил Юрий Куприянов. Производство является основой будущих всех взаимоотношений, налогов, бюджета, нашей заработной платы. Мы это за громкими цифрами триллионов рублей не видим, но они потом превращаются в миллиарды и в миллионы, которые приходят в бюджет нашей республики. То, что к нам пришло в СТО, то, что у нас идет сегодня «Газпром», «Сила Сибири», вот-вот закладывается, да? Второе полугодие мы ждем увеличения инвестиций в основной капитал нашей республики.